Ивана Кудри, 39А. Пятиэтажный кирпичный дом 1956 года постройки. В здании имеется 4 парадных, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии, оснащены кодовыми замками. Есть немного мест для парковки автомобилей, но их недостаточно. Во дворе посажены клумбы. Есть детская площадка и гаражи. И рядом аптека. Несколько киосков. И парикмахерская. Дом построен вместе с развитой инфраструктурой. Ближайшая станция метро «Дружбы народов». Поблизости супермаркет. Дом в удовлетворительном состоянии.